Запутались в кнопках или просто не слушали или сделали вид? На этот вопрос, кажется, ищут ответы сами представители фракции КПРФ в законодательном собрании Ульяновской области. Сегодня, во время 7-го заседания регионального парламента, депутаты принимали бюджет на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. К моменту голосования «за» или «против» бюджета на экран прежде вынесли таблицу с голосованием за принятие поправок и отклонение поправок в документ. 26 депутатов в ситуации разобрались и на кнопку приема голосов нажали вовремя. А вот с представителями КПРФ что-то пошло не так. И вместо того, чтобы попытаться разобраться в ситуации, прежде всего в кругу своих однопартийцев, зал заседания снова превратили в балаган. Председатель комитета по бюджету и экономической политике Александр Чепухин уверяет, что еще в самом начале обсуждения вопроса четко и внятно оговорил процедуру голосования. Фракция КПРФ не голосовала против бюджета. И потом начались какие-то непонятные обвинения, я так и не понял. Не услышали или не поняли. То есть внятного мы ничего не услышали, было предложение еще раз переголосовать. Но это нарушение всех процедур. Какой смысл второй раз переголосовывать? За то, что уже проголосовано, есть протоколы, есть список всех проголосовавших, кто был за, кто был против. Депутат также подчеркнул, что даже проверил раздатки и убедился еще раз, что на листках вся последовательность черным по белому прописана. А сами раздатки были у каждого народного избранника перед глазами.